Артем Плотницкий и Николай Маркин согласились ответить на наши вопросы после матча Доста СК «Волна». Ну и давайте начнем сначала. Какая была предматчевая установка, Артем? Да, простая установка — выиграть, там, перекрыть зоны, в которые будут врываться, ну, полузащитники команды соперников, потому что мы знали, что у них очень активная полузащита. Вот, очень быстрые ребята, которые работают с мячом. Что-то получилось, что-то нет, поэтому не скажу, что результат по игре, но если результат так и закончился, я поздравляю соперника. В общем, вот так вот. Ну, давай пока остановимся на первом тайме. Почему я так спросил о предматчевой установке? Потому что вот по ходу трансляции делал я себе пометочки, вот ты сейчас тоже их можешь подглядеть. И вот смотри, буквально там в первые 15-20 минут достаточно много опасных моментов создала «Волна», и голкипер был в игре, и где-то, может быть, даже чуть повезло. Вообще чуть-чуть неправильно сыграли. У них Тимур Гусейнов играл один в один с нашим центральным защитником, а опорный полузащитник его просто не страховал. Вот отсюда их полузащитники также врывались в зоны и били поворотом. Но опять же, изначально у нас был первый опасный момент. Зайцев Вадик, ну, не забил. Я думаю, забей бы, было бы все по-другому. Поэтому вот так вот. Николай, предматчевая установка какая была? Спасибо Достоевскому за бескомпромиссную борьбу, за такой матч. Думаю, хороший очень матч. Вот, установка была... Ну, мы играли с Достоевским как-то на кубок, да, Оля, здесь же. Ребята, ну, на там 80% те же. Мы знали, что мы... У нас как бы залогом успеха будет, если мы не проиграем борьбу. Потому что, я считаю, Достоевский, вот то, что я видел, это одна из лучших команд, которая... борется, до конца играет с полной самоотдачей. Я сказал ребятам по прошлой игре, как бы я разбирал, когда мы с ним там год назад играли, что, ну, если мы тогда просто где-то, может, даже трусливо сыграли в плане борьбы, если мы не проиграем, у нас будет шанс, потому что, ну, мы понимали, что мы играем по подбору футболистов с одной из лучших команд, 8-8. Вот, я благодарен ребятам, я ими горжусь, то, что они выполнили, в принципе, установку. За, ну, были помарки, конечно, как без, в этом формате без помарок. Тут любой отскок может быть опасным моментом. Так что установка была не проиграть борьбу и с полной самоотдачей и дисциплинированно сыграть в обороне. Но, как мне показалось, вот у одной и второй команды было достаточно много попыток, ударов с дальней дистанции. Это, опять же, акцентировалось на этом внимание? Я всегда говорю ребятам, что здесь может залететь все, что угодно, потому что ворота немножко нестандартные, да, для вратарей. Но кто-то в большой стоит, кто-то в мини-футбол, а здесь, какие, ну, хрен знает, какие они там. Не знаю, как обозвать эти ворота. Тут, ну, сами знаете, залетает отовсюду, с центра он забивали. Так что бить тут без ударов не будет голов. Так что акцент на удары мы тоже всегда делаем. Только, ну, у нас половина бить не умеет. Ну, я в том числе. Вот, так что... Есть хоть Антон у нас Василенко, может дать там Рома Шмонин. Тимур Гусейнов сегодня сыграл 1+1 по итогу матча, забил, отдал какие-то персональные слова похвалы в его адрес. Ну, думал, зададите, не зададите. В том интервью Дима немножко пылесосил его. Я хочу сказать, я Тимура всегда забираю, до игры его подвожу. Я ему сказал, что в интервью... Вы, организаторы, про него говорили. Я говорю, давай докажи им, что, ну, ты один из лучших нападающих. Спасибо Тимуру, что, во-первых, он, ну, он горячий же парень. Он себя сегодня как мог сдерживал. Вот, и что он так полезно сыграл. Ну, со штрафным-то, будем объективны, повезло нам. Что там, как-то под землей там пролетел он. Вот. Но голевой пас, вот это мы от него всегда просим. Он любит инициативу на себя брать, а тут как бы скинул. Спасибо. Молодец сегодня Тимур, один из лучших игроков. Артем, давай прокомментируем борьбу, постоянную борьбу Василенко против Рынгача. Вот тут дуэль двух этих футболистов, она держала в напряжении, я думаю, как и команды, так и всех зрителей, комментаторов. Кто выиграл, кто проиграл? Ну, мне кажется, все-таки наш Тоха чуть-чуть, в процентном соотношении чуть-чуть больше выиграл борьбы. Просто мы иногда его нерационально используем. Он выигрывает борьбу, у нас полузащитники как бы не врываются в эти свободные зоны. Ну, не, если соперник выиграл, значит, наверное, и защитник Антон Василенко выиграл больше борьбы. Ну, какой-то тяжелый вопрос для меня, если честно. Не хватило второго брата?
Может быть, его не хватило. Я скажу так, просто вот подытожу. Я благодарен своей команде, что они отдали все силы, они красавцы. Но при этом соперник выиграл, ничего страшного, мы будем продолжать также биться в каждой игре. Соперника поздравляю с победой. Спасибо. Ну и самый последний вопрос. Ты сегодня всех поразил, прям начиная с того момента, как вошел на стадион. Почему красный? Не знаю. Просто костюм со скидкой купил. Спасибо огромное, друзья. Спасибо. Ночь победы еще раз. Спасибо.